Всем привет, с вами Джеки. Мы вернулись к прохождению Сифу. Соответственно, давайте потренируемся разочек и потом перейдем уже к самой истории, потому что нам предстоит двигаться дальше. Давайте с отражением разберемся перед получением удара. Окей. Понятно. Первый раз хорошо получилось. Следующий шаг. На крестик. Нифига себе. То есть можно сделать так сразу. Понятно, эта структура разрушается наша. Да блин. Успел отразить. А, и все что ли? Ну, давайте структуру и блок, самое простое. Так, ладно, нам лучше отражать. И что дальше? Понятно. Это все, нас просто побили. Ладно, погнали теперь точно проходить, чтобы там ни было, клуб. Еще бы мы прошли, нам осталось две найти этих улики, я так понимаю, это значит. А, вот две улики осталось найти. А два ключа, это мы что, нашли ключи от ворот, от входов всяких. Вы помните, короче. Если не помните, пересмотрите предыдущие две серии. Благо, это всего лишь третья. Вот, завтра выходит... Что у нас завтра выходит? Последняя часть GTA 3. Вот, скоро мы окажемся в солнечном Вайс-Сити. Чё еще? Ну, The Police, скорее всего, с новой недели начнет выходить постоянно, в том плане, что ежедневно. Вот. Но это не точно, возможно, только по будням, например. Или, возможно, также, там, не знаю, понедельник, среда, пятница, воскресенье. То есть через день... Ну, посмотрим, короче. Я пока еще не придумал, что здесь за полис делать. Увидите. Так, я не понимаю, почему мышка у нас видна была. Ну, ладно. Так, вот вроде ничего нельзя подобрать. Погнали. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Можешь тебя побить сразу, нет? А, ладно. Это было, судя по всему, лишним. Так, нам туда. Может, что-то интересное здесь есть, нет? Нет, здесь ничего интересного нет. Погнали. Private party. Come back tomorrow. Back off now. Нет, завтра я не вернусь. Поэтому пошли внутрь. Сейчас начнется мочилово, я чувствую. Yeah? What do you want? Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. А кто где? Откуда? О! Лучше стало получаться, тьфу-тьфу-тьфу. Ладно. Вот сейчас вообще удачно получилось. Where is Sean? He's with the fighters for the burning. Only Sean's disciples have passes to get inside. We'll see about that. Ну, этого я трогать бы не стал, на самом деле. Хотя... Ну, ладно, не буду я его трогать. Вот, все равно нет ничего. О, точно, паркурить же можно. Ну, пошли дальше. Не буду я его бить. А то не стоило. Ох ты же, блин.
просто обойду всех. Не хочу драки. Ух ты ж, блин, нифига себе. Ух ты, я вовремя уклонился очень. Блин, ужас, девчонку взял, побил. Опа. Упс. Можно кого-то убить уже? О, класс. Я это хотел, потому что мне нужно восстановить было ману. А теперь... Вовремя. Хорош. Ну просто взял, вырубил своего же. Оп! Блин, я не успел его. Я хотел его этот. Фак. Вы видели, что я хотел сделать? Я хотел на X нажать, но я не успел. А, в смысле, у меня одна разрушилась. Ну, чтобы вы понимали, у меня одна разрушилась уже монетка, это фигово. О, это что-то интересненькое должно быть. Я только попить захотел. Алло. Ух ты ж, нифига себе, ее мощным ударом вырубил. Так, на одну смерть меньше стало. Да, подберем что-нибудь, я не знаю, что, правда. Ох ты ж, как быстро. Все? Погнали вернемся, подожди. Так, тут нужен код какой-то. Давай найдем код, попробуем. Но должно же здесь что-то быть, хоть какие-то зацепки, алло. А то, блин, мы обродили все просто, все. И ни одной еще зацепки до сих пор. Это странно. Так, ну давай возьмем бутылку, я не знаю, зачем она нам. И тут нужна карта доступа. О, зато я вижу интересненькое кое-что. Так. Уже все. А, нужен 40 возраст, типа. Или что? Не понял, что это значит. Максимальный возраст для открытия. Или типа я открыл уже. А это я открыть не могу, потому что мне уже 31, понятно. Счет для открытия. Очков для открытия хватает, да? Еще следующих смертей. Давайте вот это сделаем. Раз. А, и нужно найти еще одну такую статуэтку, чтобы что-то получилось. Понятно. Я туда не заберусь, да? Не заберусь. Подожди. Так, ну ладно. Про служебную дверь я понял. Ну, значит, идем дальше пока что. Давай врежь мне, ну держи. Ох ты ж, блин. О. А чё вы так все вместе нападаете? Обычно так не происходит, ребята. Ох ты ж, нифига себе. О, блин, не успел вырубить, зараза. Нужен тейкдаун именно. Зараза такая. Так, у нас структура. О, удалось его вырубить, ура. Еще счетчик смертей спал, супер. И это не по душе уже. Те хоть какие-то улики-то, господи. Вообще пустота. А
там вот я вижу. О, подожди, я попробуем забраться здесь. Смотри-ка, удастся. Оп. Да кинь просто в кого-нибудь уже. Смотри, сейчас скинет. Оп! Хорош! Я, конечно, дико извиняюсь, но это девушки, поэтому их легче было вырубить. Так что хорошо, что я персонажа мужчину взял. Что это такое? Это же Янь получается? Может и нет. Фиг его знает. Ладно, идем дальше пока что. Смотри. Оп. Хорош. Можно еще бутылку, пожалуйста? А то это слишком быстро кончилось. Ну и пошли всех. Ух. Я просто восстановить здоровье хотел. Вот и все, ребят. Ну, давай, подходи по одному. Ах ты, зараза такая, а? Да блин, почему ты не уклонялся? Я же нажимал специально. У нас, видите, уже одного нитки нет, мне это не нравится. И возраст 32. Мы еще только уничтожили одного этого врага. О. Ну, здоровье нам уже не так нужно, конечно, но все равно. Хорош. А, структуру ему надо точно вырубить. Если структуру вырубаешь, все, они сразу сдыхают. Я забыл об этом. А там два толстячка я вижу, да? Блин, что, даже бутылки никакой нет? О, есть, смотри-ка. Промахнулся, правда, ну ладно. Братан, держи. Держи еще. Есть где еще бутылки, пожалуйста, нет? Мне не нравится, что они подходят ко мне. Воу! А, я забыл, что надо было уклоняться, точно. Там как-то space и вниз вроде бы, да? Тихо. Два раза shift нажать. Ага. Бам! Зараза. Бам, бам, бам. Бам, бам. Оп, оп. Ох, ты же зараза. X. Выруби его. Хорош. Воу. Ха-ха, что они... У меня структуры уже не осталось, зараза. О, зараза, что? Думал, все легко так будет, а? А? Держи, Элла. У! Есть контакт. Бежали дальше. Что там можно еще? Бам. О. Я доску, что ли, подобрал? Нифига себе. Так, не лагать. Я вижу, что может что-то включить, наверное, нет? Нет, нельзя ничего включить. Где улики вообще на уровне? На уровне улик нет. Что это такое? Ужас. That's closed for tonight. Так, я вижу двоих только, да? А чё, больше ничего не происходит здесь, да? Так, ну я вижу бутылку, которую можно взять. А чё, вам ещё по барабану, ребят? Ну, допустим. Ну. Ты понимаешь, что мне поливать? Офигеть, вы жесткие, конечно.
Подожди секунду, мне надо вот сюда перелезть. А, вот, подожди. Подожди ты, пожалуйста. Огонь! О! Выруби, выруби, выруби. Хорош. Выруби. Да, блин, надо было ее вырубить крестиком. Ну ладно. Бутылку подобрали, погнали. Че, реально нет никаких улик вообще? Вообще улик отсутствует на уровне. О, зато есть бита. Бита лучше, чем бутылка. Бутылка разобьется сразу, а бита хотя бы не сразу. Давай, сразу вырубай вот этого. Хорош. Хорош, выруби его. Лучший. Так. А где бита отлетела сюда? Ух ты ж, нифига себе, там мощный чувак. А, вот бита, да? Супер. Пошли обойдем немножко. Да я вижу, что они внизу, надо спрыгивать вниз. Я понимаю, но не хочу. Я не хочу спрыгивать вниз. Оп, крестиком, крестиком его замочил. Крестиком, крестиком. Ну, в смысле, X, конечно, это, ну ладно. Да чтоб тебе, оп. Крестиком, да господи, X, я понял. Ух ты ж, нифига себе, ребят, вы что творите? А, зараза. На. Хорош. А можно как-то вырубить их, я не знаю. Хорош. У тебя есть удерживание, давай. Бам. Ох ты ж, зараза. Нет! Офигеть! Я... Блин! Что за жесть? 34 возраст. Мне это не нравится. Я почти вырубил того говнюка мелкого. Ну, не мелкого, в смысле, а вот этого сильного, который... Хорош. Хорош. Я просто... Давай, выруби. Лучший. Ой. А что произошло? Почему тут все красное стало? Так, что происходит? Куда дальше? Ладно, тихо. Что это за бои на арене? Это наш клиент или не наш? Let me through. I don't want any trouble. You were already found. Вот зараза. You disappoint me. Сам ты. Ах ты, зараза. Ну давай, что ты сделаешь, а? Ой, хорош. Я не знаю, как я это сделал, но это было хорошо. Ага, окей. А где я сейчас вообще? А, то есть, подожди, я хочешь сказать, что я все равно... Офигеть, то есть ты хочешь сказать, что я получил все равно какие-то уже улики? Нифига себе. Так, а что, больше улик нет, да, здесь?
Бам, 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 бам. Ладно, потренировались и хватит. Пошли дальше. Хотя, конечно, можно было бы вернуться, наверное, уже. Написано 34. Что мы тут имеем? Я не хочу сюда. Можно обратно, пожалуйста? А можно, пожалуйста, обратно? Привет. Я сюда сначала пройду. Так, запас концентрации, оружейное мастерство. Восстановление концентрации, вещи прирост концентрации при успешном. Не знаю насчет концентрации, насколько она нужна. А вот структура можно, наверное. Так, они считают, что я этот ученик, что ли? Above this door are the three trials. I'm ready. Then step through the door. Ну, смогли хотя бы без сражений пройти. Вот. Давайте уже будем закругляться. Я не знаю, что за испытания нас ждут, поэтому мне хочется их вообще перенести на следующую серию. Вот. Я не знаю, насколько на самом деле Сифу длинная игра. Вот, потому что... Пока что мы движемся как будто то ли очень медленно, то ли очень быстро. Фиг его знает. О чем будем двигаться дальше, нет? Ладно, давайте, пожалуй, на этом. А, подожди. Я ничего не вижу, куда дальше. О! Оказывается, все так было просто. А я стою на месте. Можно как-то с добиваниями, чтобы, я не знаю. Оп, тихо. Да хватит. Блин, зараза. Тихо, 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 тихо. А, зараза. Фак, я не успел. Я убил только одного, но второй меня догнал. Блин, я сейчас чувствую, что мне еще одна смерть, и все, я как бы это... Сам-то еще один... Да, это точно. Зараза. Одна этот. Я думал, он свою вообще вырубит. Давай, давай, давай. Надо ХП. О, хорошо пошло. Да пожалуйста, мне не жалко. Бам. Your master's mind is broken. He will drag you and all the others down into the abyss. Look around you. You don't look so different to me. If you didn't want to fight,
Why did you come this far? Что происходит? И куда дальше? Ага. Так. Вот, тут оказывается оружие сверху были. Я же могу тебя вырубить, да? You lack strength. Damn, you're fast. Что-то мне кажется, я зря это затеял. Драку? Нет, не зря оказалось. Смотри-ка на нее. Офигеть, я ее смог вырубить. Я думал, это будет бессмысленная трата, не знаю чего. Ладно, двигаемся дальше тогда. Я закончил бы. Так. Да, пожалуй, давайте на эту паузу сделаем. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот. Ну и, соответственно, увидимся в новой серии. С вами, как всегда, GK. Увидимся.